www.mulshin.ru, www.mulblog.ru и www.magivara.ru. Я начинаю серию подкастов о конструкции Макивар и о том, как они работают, чтобы понять, что вообще это за снаряд и что из него можно выжить, что можно получить из него и что на нем отработать. Для того, чтобы понимать, что можно взять от Макивара, нужно понимать, как она устроена, как она работает, как она функционирует, как она сопротивляется приемам. Тогда вы все это будете понимать и будете брать ее только вам нужно и эффективно. Каждый найдет в ней что-то все-таки свое, а в итоге все дороги приведут в Рим. У вас будут набитые крепкие руки, у вас будут мощные сильные удары, у вас будут очень крепкие тела, которые в ударе будут стабильно. А главное, что самое главное, у вас никогда не будет травм от собственной ударной техники, как при работе на снарядах, так и в реальном жизни.